Это аллея перед сахзаводской школой. Здесь стоит памятник Ленину. До сих пор стоит. Позади памятника находится 6-я школа имени Чернышевского. Вот Ленин без носа. А нет, нос есть вроде. Но отломанный. Там дальше находилась казахская школа. Я не помню, как она называлась. А, вроде школа Микояна. Вот. Там были казахские классы. И вот наша школа 6-я. Раньше она была имени Чернышевского, а сейчас среднеобразовательная школа номер 6. Как же я здесь давно не был, боже мой. Ностальгия. 90-е года. Проучился я здесь с 1 по 9 класс. Вот он вход. Вот фасад. Вот наша 6-я школа, ребятки. Я здесь учился с 88 года, первый класс, и до 98. Пожалуйста, вот вам снимаю видео. Ностальгируйте, смотрите, наслаждайтесь. Не забываем ставить лайки, подписываемся на канал, обязательно комментируем. Вход в 6-ю школу. Обалдеть. Там, помню, была гардеробная. А здесь такая плита была, мы на ней сидели. А это я не знаю. Это была часть коридора, и там была плита. Просто фойе. Ага. Вот тут вот, да, плита была? Закрыта. Блин, у меня аж это дух переводит. А вот тут спортзал был. Ребята, кто помнит, здесь был спортзал. И он, в принципе, он до сих пор остался. Вот спортзал. Здесь мы играли в баскетбол. Потолки очень низкие, и мячик всегда цеплялся за потолок. А вот здесь... Первый, второй, третий класс я отучился. Вот он коридорчик. Обалдеть, вот в этом кабинете мы учились. Здесь преподавала Татьяна Антоновна. Там дальше Надежда Антоновна. Вот кабинет начальных классов. Потом дальше был кабинет директора. На тот момент, когда я учился, директором была Галина Николаевна. Но сейчас я не знаю, здесь... А здесь кабинет приемная. Здесь у нас была столовая. А здесь туалеты. А вот тут столовая была. Подъем на второй этаж. Вот они, эти перила. А тут они сомкнутые были раньше. Секунду, вот тут была раздевалка, помню. Мы на физру когда ходили, тут переодевались. Тут раздевалка у девочек была. Да. И вот второй этаж. Пройдемте, давайте до кабинета химии.
Сейчас здесь кабинет русского языка. Кабинет биологии также и остался. Ничего не поменялось. Так, вот проходим в сторону кабинета химии. Здесь у нас туалет. Да, здесь туалет. Здесь, помню, был медпункт. Стоматологический кабинет здесь был. Сейчас все поменяли. Так, идем дальше. Ой, кабинет химии. Пожалуйста, ребята, он на своем месте. Кто помнит, ставьте лайки, комментируйте видео. Лаборатория также осталась. Здесь где-то библиотека еще, помню, была. Так, кабинет дополнительного образования. Кабинет казахского языка. Здесь, по-моему, библиотека была раньше. Библиотека, да. Видите, ребят, память у меня еще осталась, не изменяет. А вот это вот школьный двор. Вернее, спортивные вот снаряды, там турники внизу. Здесь мы проводили военную подготовку, отрабатывали, репетировали, вернее, эвакуацию. Вот с тех дверей выходили. Репетиция ЧС была. В общем, ребята, кто учился в 6-й школе, обязательно ставьте лайки, обязательно комментируйте. Вот вам видео, пожалуйста. А вот с лестницы, если поднимаешься, прямо, это была наша учительская. Здесь всегда сидели наши учителя. Кто помнит Елену Павловну, ставьте обязательно лайки. Обязательно, ребят, не забываем. А здесь у нас был кабинет музея. Не кабинет музея, а вернее музей сам был. Вот, кажется, здесь был вход в музей. А сейчас здесь кабинет английского языка. Ой, да, даже открыт. Класс. Давайте немного сниму. Вот он. Я как будто посещаю уроки. Прям ностальгия у меня, ребят, очень сильная. Я здесь лет, если не соврать, то где-то с 96 года никогда не был. То есть в 96 году последний раз я был в этой школе. Вот считайте, сколько лет уже прошло. А кабинет английского языка у нас был, кто помнит, вот здесь, рядом с учительской. А, кстати, здесь тоже кабинет английского языка. Почему-то их два. Так, пойдем дальше. Здесь бухгалтерия. Кто помнит, здесь был раньше кабинет русского языка, а сейчас кабинет информатики. Здесь кабинет географии был. Тоже кабинет информатики. Здесь я не помню. Поворачиваем в этот коридор направо. Здесь у нас был кабинет физики. Так, здесь математика преподается. Вот вид в школьный двор. Там у нас труды были, кто помнит. Сейчас чуть позже сниму то здание. Кабинет математики. А, вот кабинет физики.
Пожалуйста. Здесь лабораторные работы производились по физике. Ребята, кто помнит деревянные полы? Они здесь до сих пор. А это моя одноклассница. Кудабаева Сауле. И она, кстати, сейчас является учителем по информатике. Молодец. Ребята, вот тут помнит кто? У нас была тут уникальная лестница, по которой мы спускались. Она была покрашена раньше в голубой цвет. Была с такими деревянными поворотами. И вместо железных стоек здесь фанера была, тоже деревянная донизу. И мы здесь всегда со второго этажа на первый спускались. Вот так вот. Вот тут такой поворот был. И вниз. Но сейчас ее убрали, к сожалению. Я думал, она до сих пор сохранилась. Очень жаль, конечно. Но жизнь течет, жизнь меняется, и все меняется. А лестница осталась та же, та же мраморная плита, вот годами стоптанная. Посмотрите. Лестница осталась прежней. Сколько здесь нас походило по этой лестнице. Вот здесь вот у нас звонок был, и он до сих пор висит, ребята. Обязательно ставьте лайки, кто помнит. Вот тут вот была, помню, плита, которую сейчас закрыли и не видно. Мы здесь на переменах сидели друг друга. Скидывались этой плиты, она тоже была мраморная, но сейчас здесь кабинет учителя по воспитательной части. Так что вот такая вот ностальгия, ребят. Побывав в этой школе, я как будто заново пришел на учебный год, первый раз, первый класс. А медпункт сейчас вот здесь, на первом этаже. Раньше он был на втором этаже, рядом с кабинетом стоматологии, с кабинетом химии. Здесь у нас был кабинет трудов, то есть у нас здесь была мастерская у мальчиков, там дальше у девочек. И даже помню, когда-то здесь был летний лагерь для детей. Вот, пожалуйста. Сейчас я не знаю, что здесь. Возможно, все-таки осталось, а возможно, поменялось. Кто помнит, здесь был выход на стадион, и здесь раньше жил сторож дядь Миша. Вот стадион, пожалуйста. Немного прогуляюсь по саду, который возле фасада школы. Здесь мы раньше дурковали, когда были маленькими. Даже бывали у нас иногда тут драчки проходили на переменах. Помню такое дело, никогда не забуду. А еще когда-то на вот этом месте, где сейчас вот этот комплекс по пошиву мешков, здесь раньше, помню, были для военного учения, были снаряды, теннисный стол, потом подземные ходы. Кто помнит, напишите в комментариях. Цех здесь построили, а вообще планировался здесь бассейн, спорткомплекс какой-то. Но все поменялось, и
стройка бассейна прекратилась. Поэтому сделали здесь комплекс по пошиву полиэтиленовых мешков для тары. А вот наша колонка. Такая же осталась, не изменилась. Ребята, каждый из нас здесь выпил не один литр воды. Ребята, ставим лайки. Ставим. Пусть больше людей увидит это видео, кто здесь учился. Ребятки, сейчас пройду на задний план, на задний двор. Ребята, вот здесь вот кабинет химии. Мы когда-то открывали окно, спрыгивали вот на эту крышу, на этот козырек. Из козырька уже спрыгивали на землю. Потом оббегали, забегали в главный вход. И вот такое у нас было развлечение. Играли в маялки или в догонялки. Ну, кто как называет эту игру. А вот здесь кабинет НВП был. Начальная военная подготовка. А вот турник. Турник как был, так и остался. Попробую на турничке. Раньше мы здесь занимались. У нас была тут военная подготовка. Вот тут вот лестница, шведская стенка, турники, пожалуйста. Здесь у нас была репетиция эвакуации при ЧС. Также у нас, кто помнит, были драки вот в этом месте. Сейчас покажу. Вот в этом саду. Сюда мы заходили технично, тут помню, учителя нас разгоняли. Тут собачки сейчас, правда, оккупировали его. Вот он, этот сад. Ой, боже мой, сколько тут всего у нас было. А это что, это боярка растет, что ли? Да, вроде боярка. Обалдеть. Вот он, вход в этот сад. Здесь на переменах у нас столкновения происходили. Лазили по деревьям. Чего только мы здесь не делали. И прогуливали уроки. И такое даже было. Ребята, ставим лайки, те, кто помнит, пишем комментарии. Вот такой вот вам обзорчик я приготовил специально для вас, специально для тех, кто здесь учился. В общем, ребята, мой выпуск подходит к концу. Я вам сделал этот обзорчик специально, чтобы вы посмотрели, вспомнили учебные годы, проведенные в школе. В общем, не забывайте подписываться на канал, поставьте обязательно лайки, напишите комментарии. На этом мой выпуск подошел к концу. Всем пока-пока.